Вот это да! Красота! Здесь я еще не был. Смотрите, а вон там озеро! Вау! Ух ты! Вот это да! Тетя Черепаха, нам можно будет покупаться в нем? Ну, если вода будет теплой, то, думаю, я разрешу вам поплескаться у берега. Побежали, посмотрим. Петя, а как же пикник? Попозже, я купаться хочу. Какая водичка прозрачненькая. Небось, тепленькая. Тепленькая, тепленькая. Залезай, не бойся. Ой, а кто это говорит? Это я. Меня зовут Лилия. Привет, Лилия. А что ты здесь делаешь? Плаваю. А давно? Давно. Ну так что, компанию составишь? Ну не знаю даже. А здесь не глубоко? Ты что, лошадка, плавать не умеешь? Это я-то не умею. Да я сейчас тебя в два счета обгоню. Хе-хе. Попробуй, если сможешь. Русалка! Ах, вот ты где! Мы там тете Черепахе помогаем, а ты озером любуешься. Если бы ты знала, Пуня, с кем я сейчас только что познакомился, не выговаривала бы мне сейчас так. Ну и с кем же ты мог здесь пообщаться? С утками, что ли? Вот невидаль. Это, оказывается, волшебное озеро. И здесь живет настоящая русалка. Русалка, говоришь? Ну и где же она сейчас? Нет, Пуня, правда, я только что с ней разговаривал. Еще скажи, Тирасера здесь видел. Хватит мне сказки здесь рассказывать. Иди помогать. Тетя Черепаха сказала, чтобы ты веток для костра принес. Ну вот, как всегда, я ей чистую правду говорю, а она мне не верит. Что-то мне как-то не по себе стало после этой встречи. И купаться сразу расхотелось. Вот вам ветки для костра. Молодец, Петя. Много веток принес. Сейчас большой костер разведем. Девочки, колбаски приготовили? Да, тетя Черепаха, вот они. Ну, тогда можете уже их жарить. Подходите поближе к костру. Вот это костер получился. О, какой запах вкусненький пошел. Ням-ням-ням. Петя, не торопись, дай колбаскам хорошо подрумяниться. Что-то у меня живот от голода к позвоночнику прирос. Совсем в лесу ничего съестного не осталось. Хоть бы гусеничку какую тощенькую. Или лягушечку мокрую. Тихо ты, раскулился. Чуешь, чем-то вкусным запахло. Ого, точно. И откуда этот вкусный запах пошел? Вот это подарочек. Если вам понравилось наше видео и вы хотите узнать, что будет дальше, жмите лайк. А кто еще не подписался на наш канал, не забудьте это сделать сейчас!